Зачем? Не понимаю. Я медузу возьму. Против минера, я слышал. Берешь медузу и фармишь всю игру. Там минер сейчас все как обычно. Всем привет, это Культяпка. Ответьте мне, что может быть желание Арканы? Для дотеров ничего. Аркановая лихорадка — это новый ивент на Epic Loot. 10 новых кейсов, в каждом из которых лежат арканы. И да, даже в кейсе за 9 рублей. Почти память удаленного сыра. Получи ZHC баф или открой скинопортал. Что делать, решать только тебе. Ну а чтобы открывать кейсы было еще более выгоднее, юзай промокод, который ты видишь на экране. Получай 15% пополнению баланса и повышенный шанс на выпадение арканы. Лихорадка объявляется открытой. Хочу с тобой поделиться своей мечтой. Хочу открыть кафе в Харькове и называть его «Усатая кофемолка». И там транслировать твои стримы, а для тебя сделаю бесплатный абонемент. Братан, ну с точки зрения бизнеса это не очень выглядит. По той простой причине, что в кофейню тебе будут приходить не дотеры. Возможно, дотеры тоже, но кофейня, она рассчитана на всех людей. А Twitch настолько не популярен в странах СНГ. То есть, если вы думаете, что Twitch, он популярен, ребят, я вам серьезно говорю, 99% людей, которые не школьники, а взрослые люди, которым 25 плюс лет, даже 22 плюс, 99%, которые не знают меня и просто спрашивали у меня, чем я занимаюсь в жизни, когда я им отвечаю стример, они говорят, а как это? Типа, кто? То есть ютубер, блогер знают все. Стример, то есть Twitch, он пиздец какой непопулярный. Вот тебе, возможно, кажется, что как так возможно не знать, что такое Twitch? Мне тоже так казалось, типа, как возможно не знать, что такое Twitch? Но, понимаешь, Twitch очень непопулярен. Ну, типа, не то, что непопулярен, он популярен, но он не такой популярный, как тот же TikTok. И как вот меня недавно остановили эти, ну, недавно, недели две назад, ДПС остановили, документы проверили. Ну и типа спросили, что там, как, чем занимаюсь. Я говорю, стример. Он говорит, TikTok. Я ему вышел из машины и прописал двойку, нахуй. Понимаете, что полицейский стал лежачим, блядь. Понимаешь? Понимаете? То есть, типа, люди вообще не знают, что такое стрим. Поэтому, если ты собираешься открывать кафе с упором на мои трансляции, то это пиздец какая ошибка, потому что будут приходить взрослые или просто люди, там, 25+, и очень много людей не будет понимать, что, блядь, происходит. Понимаешь? Мечта хорошая, но, как бы, немножечко ты прогадал. То есть, я вам серьезно говорю. То есть, говоришь, что ты стример, и если человек тебя просто не знает, если человек не дотер, то просто непонятно, кто ты. Ау. Бля, почему я против куска расстаю? Не, меня сегодня выебут, я чувствую. У вас было такое чувство, что вас сегодня выебут? У меня почему-то оно есть. Там какой-то пот на хускаре лютый, блядь. Пришел, а ну иди, блядь, сука, задом. Уроки делай. Хуесос, почему ты против Майнкрафта? Чё ты несешь, долбоеба, школьник, блядь? С чего ты взял, что я против Майнкрафта? Мне похуй на Майнкрафт. Типа, вообще похуй. Дети играют и пусть играют, понимаешь, что я мешать буду? Почему я должен быть против, блядь? Или за? Мне пофигу на эту игру. Не, против Ускара сложно стоять. Это факт. Больно. Сейчас он еще второй апнет. Точнее, уже апнет. На Ускаре потный тип, очень. Прям лютый. Будем сейчас бороться. Вы понимаете, о чем? А, низ, да? Ну все, тогда пошел нахуй. Кинул змейку, рассчитал все, но миссанул. И, блядь. Кто-то удивлен, да? Есть удивленные. Я вот почему-то вообще не удивлен. Я бы удивился больше, если бы я не миссанул. Вот тогда бы это, блядь, я удивляюсь таким моментом. Не, брат, у тебя там молоко убежало под башню крипы, да, башмак купил. И все, ты как ты вообще думаешь? А, щит я включать не буду, потому что у меня щит не вкачан. Логично? Нельзя включить щит, который ты не качал. Бля, почему я змею кинул, а денег на крипа не дали? Забаганный крип, сказал. Я говорю, просто стоил возле Тетриса, да я не вижу на него, и все, что я видел, когда он промил. Просто срубил, у тебя дерево, у тебя это просто... Бля, ну Хускара не убить, конечно, он еще и с первым скиллом. Сосем столько, сколько нужно, ребят. Несем фласочку. Нормально я его переигрываю по факту. Учитывая, что он Кускару должен мне ебашить пиздец как на лиде. Ну и типа я медуза, я ему ничего сделать не могу. Стрей, почему ты читаешь мой ник не полностью, а только рад? Рад был твой батя. Знаю, я сокращаю тебя из дома. А ты то, не обижайся. Когда мы иблись в очком, сдерживал стоны как мог, а твою мать мы закрываем. Бля, в толчке. Сори, не думал, что он... Блять, ты радуйся, что я твой никнейм не читаю, как должен читать. Ну вот он должен читаться как долбоёб. Вот я вот примерно так должен читать твой никнейм. А я его читаю даже сокращенно. Поэтому радуйся, ботан. Что за хуйня? Я!
Я! Не, ну 10 денаев, извини меня. Так, ну у него 6. Возьму ульту. Весело, да, слушать такую музыку? Ха-ха, хи-хи, а-ха-ха, о-хо-хо. Это ж пиздец как. Фэнтезис. Ну, знаете, линия довольно-таки предсказуемая оказалась. Ну, блин, я думаю, третий скилл надо в один оставить. Потому что я надеюсь, меня не убьют быстро. Ну, типа там ульту нажал, убежал. А если я ульту вкачал, то не вижу смысла сейчас упарываться в третий. ДДХ на Хускаре, это не очень приятно на самом-то деле. Угу. Знаете, донатеры тупо миссию выполнили. Особенно Геральт. Пришел, хуйни понаставил, ушел, блядь. Все довольный, как пизда. Радости, охуеть. Пришел коллежа, чисто гачи понаставил. Ну охуенно. Вот это веселуха, блядь. Вот. Нормально идем, нормально. Не унывать, нормально. 0-7, нормально. Ничего страшного. Все бывает, бывает. Не унывать. Согласен. Вот тут я полностью согласен, что расстраиваться ни в коем случае не надо, даже если 0-7. Ну как бы у меня 0-0, у Хускара 0-0. Поэтому тут все честно. Как бы это не значит, что там Хускар заганывал всю карту. Это просто вот играют пацаны 4 на 4. Мои 4 тиммейта против 4 врагов с миньором. Подожди, блядь. Я нахуй в альтабе сидел. Ты клоун, блядь. Знаете, я змею въебал и пошел нахуй. Бля, я в альтабе сидел, ну не в альтабе, а показывал вам статистику. То есть 0-2, 0-1, 0-3, 0-1, 0-7. Я думаю, он тут будет. Я читаю таких. Они. Ну там стрим-снайпер на Хускаре, скорее всего. Потому что тип пришел в лес ко мне. Ну, очевидный стрим-снайпер, нагло пришел. Ну я в манту пойду, очевидно. Гачи, я ебал, меня сосали, кстати. Нормально, кстати, 9-1. Ебем, сосем. Ворды ставят в лесу, блядь, сейчас понять меня будет. Ты ворды мне в ляс поставить, у меня вот здесь вижен стоит. Он не понимает, что его команде на него похуй? Я как бы не хотел его расстраивать, но это факт просто. Я лишь факты говорю. Меня из леса выгоняют, блядь. У нас три лесника, типа, нам втроем лес надо хуячить. Нормально, против миньора, кстати. Против миньора пацаны играют. Въебали все лайны. Пускара я, в принципе, разъебал на линии, я считаю. Все видели. Вот тут я вижу скаймага, поэтому я отсюда бэкаюсь. Ребят, показываю, 2 стака делают соло. Скриншотик, нахуй, внимание, вот это, нахуй, хай ПТС уровень игры, запомните, это хай скилл мувы называется. Все видели, замувился тупо, как про. Тупо 2 точки. Ты вообще охуел? Бля, как мину сломать, когда он на ней стоит? Это багаюзер, на минах нельзя стоять, ее тогда сломать нельзя. Это чит, кстати, надо таких репортить. Типа дура и становится на мину, и ее нельзя разбить, ебать. Репорт, нахуй. Давай меня разберем, слышишь? Давай, блядь, чтобы меня разобрать, нужно что убить, наверное. Ват. Гражданин Вечеров, вы обвиняетесь в сексуальном домогательстве в общественном месте. Точка. Почему вы ущипнули мальчика пониже спины и сделали ему непристойное предложение? Что вы скажете по этому поводу? Чё ты несёшь? Что это сейчас было? Я осуждаю клевету ебаную. Блять, помощник пришел на ВК. Люблю, когда мне помогают фармить стаки, которые я делал для себя. Просто от души. Как просто пусик. Ебать у меня команда, да? Статистику сейчас посмотрим. Не стоило было брать медузу, потому что пусик нас просто выебит. Медузу. Я знаю, кто виноват. И сори, пацаны, руины. Помощка, макарку. Пацаны нашли виноватого, ну. Ну как бы медуза, ясен хуй. Хускар же всех убивает, правильно? То, что у Хускара сейчас 3-0, это не потому, что он всех убивает. Счет был 9-0 или 9-1 на момент, когда у Хускара было 0-0. Он лишь продолжает начатое. То есть, если вы бездари въебываете все две линии, мы хозика не убьем. То как бы сейчас тут это не значит, что виноват мидер, блядь. Ебать у него к 13. Конечно, нахуй виновата ебаная медуза, которая, блядь, стоит на миде, ебашит фарм, ебашит Хускара. Вот так вот. Бой! Пацаны, как дела ваши? Пацаны, как дела? Не надо АФК стоять. Amazing. Станьте АФК. Напикали говна.
Не общаются. Да у нас тело не проебанное. А вы Низ тоже проебали? Бля, меня замутили, быдло, или что? Ты просто хочешь с пятером и ебутся. Я быдло замутил, блядь. Олег, что про тебя говорят? Ну как этому не доверять? Бабушек сбиваешь? Угу. Мальчиков в шкафу держишь? Сознайся уже раньше. Действительно. Раньше ты долбоёб, блядь, я никуда садиться не собираюсь, блядь. Долбоёб, что ты несёшь, нахуй? А что про меня говорят? Я не ебу, почему про меня хуйню всякую несут. Первый раз стрея я увидел, когда забирал своего сына в детском саду. Олег каждый вечер приходил в детский садик. Мы с другими родителями только спустя 5 лет с ужасом узнали, что у него не было детей. Долбоёб, блядь. Дед клоун, нахуй. Amazing. Бля, у них еще и спектра есть. То есть, вы понимаете, что у врагов пик, спектра, пускар, МК. И счет 2.15. Охуеть. При этом у спектры 0.0. Чтобы чекал Роши, чтобы Хускар не забрал. Просто что... А, да, Хускар не забрал. Чекарь Роши, вот он, ебать. Чтобы Хускар не забрал. Как вам закуп Рикимару? Чекает Рошу, чтобы Хускар не забрал. Здесь. Охранник. Ты нам. Идешь и по итогу умираешь. Разминировал, нормально, похуй. Похуй, конечно, сейчас умираешь, блядь. Я знаю, еще в драках не участвовал, мы но нас, драк нету, пока, понимаете? Я слышал, что нет, нельзя драться, пришел, если драться не с кем. Понимаешь, не с кем драться, нахуй. Это как раз уже, по-моему, был донат 10 тысяч. Я съебался вроде. Не знаю, типа. Вроде съебался. Ну там нереально драться. Они меня зафокусили, я развел на удары, впитал и отошел. Привет, усатик. Привет, щас. Вот что это за трэш? Всем приятного стрима. Нахуй, видели микромомент? Микромоментик все видели, нахуй? Тупо Dodge Master 2000. Но тут, по факту, можно стать АФК, потому что за меня 4 бота. То есть это просто боты, понимаете? То есть, ну, это боты, это компьютер. И они не умеют играть в Dota 2. Вот пацан, например, две маски наебало. Доминатор плюс Владимир. Я считаю, можно еще мом купить, и ты как будто будешь Змей Горыныч, нахуй. А у меня команда просто АФК, соответственно, какой может быть тимфайт без команды? Вы думали об этом? Абузер Армлета. Сразу видно, что рука у него явно не такая, как у меня, нахуй. Понимаешь, блядь? Очень хуёво переключает Армлет. А будет прямо как школьница. Неопытная. Скади тут вообще не вариант. Скади тут... Этот все меня учит играть, блядь. Скади тут вообще не вариант. Вообще не вариант, тупо ебать. Отдай деньги, нахуй, дура. А? Нахуй. Видали, что сделал? Все видели микромомент. Ну, блядь, вот где команда? Ну, типа, ну как можно играть в доту, если у тебя нет команды? Просто у тебя 4 долбоеба в команде, которые просто АФК, нахуй. Я пошел на базу. То есть просто я дерусь постоянно без команды, блядь. Террорист. Тупо террорист, ебать. Вернемся на мид, хули. Будем дефать именно тир 3. Просто я слышал, что, надеюсь, когда враги будут тир 3 ломать, команда будет рядом. Потому что пока что, типа, я не понимаю, чем моя команда занимается. Ну вот, они стоят, смотрите. ВК бьет иллюзию спектры. То есть вот МК стоит. Можно в него стан, например, дать, да? То есть не прошло и полгода, как... Но вы видите, это боты реально. То есть вот, это бот. Он просто стоит сзади и пиздит иллюзию спектры. Вы видели сейчас. Это пиздец. Но, с другой стороны, эта игра лучше, чем если бы меня кинуло во вражескую команду. Потому что если бы Хускар был за Radiant, а я был за Dire, то я бы был во вражеской команде, еще он был бы 20... Не 26 на 4, а был бы там 30 на 4. Потому что я бы еще фрагов 500 сделал. То есть это бы была игра в одну калитку, прям легчайшая. Просто вот такая вот нестабильность в доте. Те кидает ботов, там... Хотя рейтинг у моих ботов... Такой же, как у вражеских ботов. Только там боты сильнее. Нихуя себе трек, ебать. Хули, заценишь. Где моя команда? Вот я с Хускаром дерусь. Вы что, ёбнутые? И на музыке, и в плейлисте. Они просто сзади стоят со скиллами. Ну это типа реально, это как, ну, типа, я бы назвал это руинер. Но это просто не, это не руинеры, это просто долбоёбы. Нахуй они играют? Почему они не ливнут с игры к хуям? И все. Поэтому теперь мы стоим сзади. Не-не-не, я не пойду на миньора. Я команда АФК. Сначала команда, потом я пойду. Не-не. Можно убегать, потому что меня явно никто не поддержит, поэтому я даже теперь не буду драться под этим. Если вижу, что команда убегает, я тоже. Тихо-тихо. Назад за бараки и смотреть, что будет. Там щиток включили, это колечко нажали. И почка в отдефали. И бэкаем. Так, там диффузал какой-то был, да? Выпусти Тамару из подвала. Ты дура, блядь, какая нахуй Тамара, блядь? Я какой нахуй подвал, блядь? Ну, ребят, пацаны, ну реально хуйню несете, блядь. Не смешно, нихуя. Хотя бы что-то при...
придумали смешное, просто такую чушь. Вчера шла забирать пенсию, ко мне на большой скорости подлетел автомобиль Porsche, оттуда вышел усатый невысокий паренек, и он напал на меня, отобрал конверт с пенсией, выебал меня. Помоги, ты дура старая, блядь. Какой нахуй конверт с пенсией? Блядь, какую ж хуйню несут эти долбоебы? Это ебнуться можно. Конч, опять какие-то, блядь, и где батька? Потому что это не может без батьки все быть, блядь. Где главный клоун? Вот тебе искать, я говорю, у тебя урона нет, тебе надо было молнию. Братан, тебя в игре нету. Тебе надо было не в доту заходить, а в World of Warcraft. Тот же огонь был, толку бы больше было. Да, у меня на микрофон шли не настроены, я хуй понять. Я сосед Стрея, живу с ним в одном подъезде. Он повесил на нашем доме баннер с казино и кейсами тех, кто хочет баннеру, кем угрожают его быки. Также с соседей проводится сбор денег для нужд Олега. Ха-ха нахуй, баннер с казино, вот мне делать некую вешать на дом. Поздравьте меня с почином. Это вам не рококо слушать, Олежа начал убивать. Понимаете? Я начал наконец-то убивать мальчишек, сука! Ебать у нее хп, что-то я ее не пробиваю, вам не кажется? Не, вроде дэмэдж какой-то есть, конечно, но... Ебать я разваливаю, нахуй. Это развал кабинета, внимание, Олежа пошел ебашить. Развел минера на самосуицид и бэкаю по красоте. Изи нахуй. Я же говорю, я поэтому и взял медузу. То есть тут команда чуть сильнее была, тут можно дефать очень долго. Мы даже сейчас в такой игре, учитывая, что я... Швепс! Понимаете, я даже с такой хуёвой командой дефаю соло уже 36 минут. Тамара из подвала, пошути. Я наконец-то начал убивать. Понимаете, что эти бездари даже одну сторону отдефали? То есть у нас одна сторона, враги заходят, кто-то проебал лифт, увидели, как лифт нажали. Лифт прожат максимально бездарно. Они снесли тир 3 и прожали после этого лифт. Решетка свободу Тамаре, решетка свободу Тамаре, блядь, решетка что ты несешь? Свободу Тамаре, какая нахуй решетка Тамара, свободу блядь? Тамаре, решетка свободу Тамаре, решетка свободу Тамаре, решетка свободу что Тамаре, ты, блядь, решетка несешь? Свободу какой... Тамаре. Блядь, отъебись от меня, клоун. Так, ну мы отдефали, кстати. Я затанковал, развел на мувы, минус урону врагов и отдефали по красоте. Олег, привет. Хотел купить немного эфедрона в твоем телеграмме. Кого, блядь, ты купить хотел? Ты там дурачок, блядь. О, похер на третью сторону, почему-то все. Ты проебало уже. Всё. А почему вот эту хуйню бесполезную нельзя на себя нажать? Почему я это могу только на врагов нажимать, блядь? Если я хочу это на себя нажать и себя толкнуть. Тетя, 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 папина сестра. Ебать, я ебашить начал. Внимание, Олежа начал пиздов вламывать. Ха-ха-ха, черты, блядь, сюда нахуй. ДПС пошел. Тамара плюс Симен в подарок. Развел на удары. Где мой ВК? Помогай, клоун, помогай, блядь. Папа, только женщина. Тетя, 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 ты меня прости. Блядь, ну конечно, была бы бабочка, я бы их разъебал, но мне не повезло, мне дура не захотела талисман продавать. Хуёво, худшее, 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 реально, ребята. Да, спасибо за игру, худшее, ребят. Не самое худшее, но хуёвое, пиздец. 5.17 Ликан, 1.17 ЦМ-ка, блядь. Просто максимально худшие типы.